Сейчас очень много в России спорят, можно ли как-то уйти из-под государства, или оно везде. На самом деле можно, и вот доказательство тому новый проект Шендеровича и Мирзоева. Шендерович написал пьесу «Петрушка», на мой взгляд, очень хорошую, гораздо более глубокую и трагическую, чем можно было ожидать. Это такая история возвышения случайного человека, без каких-либо личных намеков. Но какие-то люди обиделись, увидев в этом портреты, и пьесу нигде не брали. Мирзоев захотел ее поставить в каком-нибудь театре, и тоже ни один театр его не принял. И он решил снять спектакль, снять телеспектакль, такой жанр, который в 70-е годы очень был популярен. Вот для того, чтобы снять этот телеспектакль, нужно собрать довольно ерундовые деньги. Это 6 миллионов рублей. На такие деньги сегодня ни один профессиональный фильм снять невозможно. Но, тем не менее, Мирзоев берется. И 3 миллиона рублей из этой суммы уже собраны. Если мы все остальные 3 миллиона соберем, то мы докажем, что искусство в России может быть независимым, а там, глядишь, и все остальное. Поучаствуйте в сборе денег на planeta.ru и лишний раз докажите, что вот в противовес всему этому валу фальши и бездарности в России может существовать совершенно свободно настоящее, веселое и талантливое искусство.